This looks bad, team! But the super robot must be clean. You gonna talk all day or do this? Last one to finish inside does the others' chores. You're on. Эй, buddy? Что случилось, Чиро? Он проиграл. Смотрите-ка. Моя сторона блестит, а Чиро кое-что пропустил. Неудачник. Ух ты, кто эта девочка? Однажды на окраине города я нашел старого, всеми забытого суперробота. Загадочные и могущественные приматы изменили мою жизнь. Роботы-обезьяны проснулись, а я, Чиро, стал их лидером. Наша задача — спасти город Шугазум от злобного короля-скелета. Мы суперобезьяны! Мы приматы! Команда пучеглазая, отважные ребята! Не знаем поражений и преград! Вперед, не требуя наград! Антарий! Спаркс! Гибсон! Фото! Чиро! Непобедимая команда суперобезьянок! Подружка для Чиро. Что это такое? Чудовище из джунглей? Она думает, что обезьяна заступится за нее. И эта подружка как раз для него. Подружка? Спасибо. Меня зовут Джинми, я недавно в этом городе. А я... Меня зовут Чиро. А, откуда ты? Я из... Привет, Пушистик. Это Сока, ты ей понравился. Она мне тоже. Чиро, он пропустил занятия по тактике. И тренировку по пилотированию. Он должен был починить робота со мной. Я бы не отказался от его помощи. Попробую его найти. Команда обезьян вызывает Чиро. Команда обезьян вызывает Чиро. Чиро, отвечай. Ты меня слышишь? Молчит. Ему нет до нас дела. Наверное, у него есть дела поважнее. Что может быть важнее нашей команды? Орда короля скелета движется на город. Их много. Мы не задействуем робота без Чиро. Будем сражаться без него. А?
Немедленно сдавайтесь и покоритесь моей воле, иначе вам придется проститься с обезьянами. А вот и они. Команда обезьян, вперед! Световая пила! Магнитный огненный шар! Логика подсказывает, что при встрече с превосходящими силами противника все средства хороши. Железный коготь! Мальчишки, у вас нет силы. Лысый прав. Нам нужен Чиро. Он скоро появится. Я надеюсь. Команда обезьян вызывает Чиро. Чиро, где ты? Я повторяю, где ты, Чиро? Спасайтесь! Что это, Чиро? Что-то случилось. Сила приматов. Суперсила! Ух ты! Вы оставили всех плохих ребят на меня? А для чего ж тогда, друзья? Ты нужен нам, Чиро. Сейчас некогда объяснять. Нам предстоит сражение. Удар молния! Кунг-фу обезьян! Шоу начинается! Вот это правильно! Ты лучше отойди. Этот мальчишка снова обставил нас. Это мы посмотрим. Тебе нравится? Я в восторге. Ты мне сразу понравился. Чиро, выходи на связь. Я боялся, что вы не поймете меня, и решил держать это в тайне. Что такого? Мы же одна команда, у нас не должно быть секретов друг от друга. Ладно, тогда я скажу честно. Джинми хочет познакомиться с вами. Это невозможно. Никто из посторонних не может войти в штаб-квартиру. Поздно, она уже здесь. Это Джинми. Здравствуй, я Нова. Ух ты, крепкая рука. Ты такая милая. Меня зовут Отто. Я SPRX-77, или просто Спаркс. А меня зовут Гибсон. Мистер, это не обязательно. Зови меня просто Гибсон. А меня все называют Антари. Я второй человек в команде. Я не понимаю, что они говорят. Но они мне нравятся. Какой ты симпатичный. Что это такое? Алло? Когда я закончу работу над этой машиной, ты и все остальные смогут понимать язык обезьян.
Как интересно. А пока я приготовил тебе сюрприз. Подставь ладони. Закрой глаза. Какая прелесть. А? Это же Сока. Как ты здесь оказалась? Сока устала. Нам пора. Я не хочу прощаться. И не надо. Увидимся завтра. Мне не хотелось бы испортить вам настроение, но во время визита Джинми сработал сигнал тревоги. О, похоже, эта малышка заблудилась. Туалет не здесь. Смотрите, она уселась за наш компьютер. Эта маленькая шпионка загрузила чертежи нашего суперробота. О, Чиро, ты напугал Сока. Так ей и надо, маленькая шпионка. Шпионка? Что ты говоришь? Вы посмотрите, просто мисс Невинность. Неплохо. Почему ты грубишь мне? Мне не нравится, когда меня обманывают друзья. Я тебя не обманывала. Мне не нравится эта игра, Чиро. Это не игра. Мальчишка все знает. Он знает не все, мой король. Он не знает ее тайны. Сока? Ты умеешь говорить? Проходи, Джинми, проходи. Я хочу вас познакомить. Я не понимаю, что это значит? А? Кто я? Многие люди только на первый взгляд люди. Сока никогда не была обезьяной, как и ты не была человеком. Это я нашел тебя и вытащил из бездны. Я очистил твою память, и теперь у тебя только одна цель — победить Чиро. Но он мне нравится. А вот ты ему не нравишься. Он узнал, что ты робот. Это горько осознавать, но я научу тебя, как с ним поквитаться. Ты сможешь выполнить свое задание и уничтожить команду суперроботов-обезьян. Я был нужен вам, друзья, но забыл об этом. Я подвел вас. Если друг совершает ошибку, ты не должен от него отворачиваться. Мы поможем тебе. Положись на нас. Сигнал тревоги. Городу снова кто-то угрожает. Что делать? Давайте накажем этих плохих ребят. Боевой отсек 5 готов! Ракетный отсек 1 готов! Ракетный отсек 2 готов! Суперпилот к старту готов! Супертанк к старту готов! Команда! Супер! Робот! Обезьян! Супер! Сила! Вперед! Цель прямо по курсу! Что бы это значило? Джинми? Она робот! Не зря она мне сразу понравилась. Она знает.
знает наши слабые места. Приготовиться к контратаке! Чиро, мы ждем приказаний! Мы будем сражаться! Мега-ракеты к запуску! Воздушный модуль Д! Джинми. Лазатрон в атаку! Я вижу ее. Плохая обезьяна. Я займусь им. Эти роботы-обезьяны задрали нос. Мы не можем держать мост и защищаться. Я знаю. Джинми! Джинми, подожди! Это я, Чиро. Ты меня помнишь? Мы ели мороженое, ходили в зоопарк. Ты ведь не можешь все забыть. Больше никаких секретов, Джинми. Я обещаю. Чиро! Чиро! Я не могу остановить руку! Потому что я управляю твоей рукой. Обезьяны, мы должны проучить Соко! Я задам ей трёпку! Должна выяснить, откуда ты пришла к нам и кто ты. Прошу тебя, сохрани это. Ты отдаешь его мне? У меня есть кое-что другое. Я не хочу прощаться с тобой. И не надо. Мы увидимся когда-нибудь. Король, я прошу дать мне еще один шанс. Он у тебя уже был. Другого ты недостойна. Нет. Нет, только не это. Нет! Ой, не надо, не надо. Прошу вас. О, чуть не забыл. Мы еще увидимся, Чиро, очень скоро.